Доброе утречко. Точнее, уже не утро, уже 10 часов. 10 часов утра, да. Начало 11-го. Сегодня четверг. Завоз в Нирване. Мне очень нравятся вещи, которые там на завозе. Магазин открывается в 9, а я до сих пор еще не там. И все, спасибо Боре, потому что мы приехали забирать мою машину. Ключи у него были. Он не нашел их, мы решили, что они у него дома. Вернулись через полгорода к нему домой. Подъехали, и тут он понял, что ключей от дома у него тоже нет. Короче, катаемся сейчас к его маме за ключами. Слава богу, что мама пошла уже туда, в Нирвану. Она, по идее, у меня надежда, что она там найдет что-то хорошее. А вот и виновник нашего торжества. Проделав кучу... Сейчас музыку сделать еще. Хитросплетений, мы дома их не нашли. Выяснили, что они у нашего друга в машине, ключи мои, на заднем сиденье. Боря меня обвиняет, что я вчера ехала, потому что они у меня сумки выпали. Хотя я точно помню, что они были у него. И у него сумки постоянно что-то вот... Видите, такая сумочка у него. У него тут 5000 ключей, и что-то выпадает. И он сейчас сидит, меня обвиняет, что это я... Да, иди давай. Дубль 2, Боря, просто вот... Меня обвиняют в том, что я ключи потеряла. Я человек, который всегда все кладу на одно и то же место. И Боря, который забывает по 5000 раз на свете. Нормально? Вообще, покажи свое наглое лицо сюда, покажи людям. Жало. Какая туча. А ты же так? Там уже солнце. Мама с покупками. Ну, мама, не так много покупок. Покажи, покажи, сколько у меня. Держишь? Мне безумно нравится, как сделан вот этот вот забор. Видите? Вот получается, это как нитками какими-то. Вот так вот рисунок на сетке смоделирован. Очень круто. И тут просто забор и деревья не видно. Это единственное такое голое место, которое можно посмотреть. А так их очень много, таких декорированных штукенций. Ой, чуть не гру. Это рабица. Это рабица называется? Это сетка рабицы, получается, и на ней, вот видите, тут зайчик с лисичкой, там вот какое-то дерево, какой-то парусник. Просто что это я к тому, что не обязательно какие-то там супермодные делать ремонты дворов, да, там заборов. Можно вот такого вот плана всегда что-то оригинальное сделать. Еще. Кадошка. Можно не дупой. Смотрите, какие у мамы классные шлепанцы я ей нашла. Так, кошка. У нас дома есть своя, она очень ревнивая. Это конверсы. Мы идем, гуляем под дождем. Сейчас немножко он остановился. Вон, посмотрите, какие тучи сзади. И кушаем мороженое. У меня фисташковое. Ням-ням. Мама пломбир. Мама не изменяет, только пломбир. Ой, такая погода хорошая. А сейчас я вам покажу, по какой мы дороге идем. Очень старинная. Вот такая брусчатка. Очень красивая, конечно, но как-то я ехала здесь на машине, ехать неудобно. Все трясется. Так, ребят, сходили в АТБ, купили вот такую вот пленку для стекло, на стекло для машины, чтобы защищать от солнца. Купили два вида сыра, Маздан и Радомер. Купили вот такую вот прикольную кепку, такая вот винтажная, класснючая. Это 65 гривен, ну и батарейки. Сейчас буду готовить очень вкусный салат. В качестве ингредиента у меня используется здесь фета, оливки, помидоры. Сейчас сфокусируется. Помидоры, много зелени и кабачки жареные. И немножко чеснока. Все заправила майонезом, конечно, лучше сметаны. И еще я сейчас везде добавляю клетчатку. Вот такая вот клетчатка. Я ее как просто могу столовую ложку взять, водой запить, могу добавить в блюдо какое-то, очень полезное. Мне кажется, для метаболизма это одна из лучших компонентов. Фух, ребят, сумасшедший день выдался, опять мы бегали. Только что сняла для вас видео о моих покупках секонд-хенда, но это частично вещи показала вам. Я готовлю кушать салатик, и будет у меня еще курочка. Просто куриное филе, обжаренное в большом количестве лука. Вот. Что-то хотела вам рассказать.
Хотела сказать вам, что время вообще не получается у меня выстроить тайм-менеджмент, все успеть, то, что запланировалось, и видео отредактировать, и видео отснять, и плюс у меня есть моя основной вид занятости, и получается, что я разрываюсь, сплю очень мало часов, хочется и шопингом заняться, и как-то отдохнуть. В общем, я не жалуюсь, я просто вам рассказываю, как видеодневник мой веду. Ой, мне бы еще пару часиков в сутки, казалось бы, все будет отлично, идеально, как надо. Сейчас я просто видео снимала, лицо немножко замаскировала тональной основой, потому что, ну, одно дело влог, повседневную жизнь, без секретов, без всяких там прикрас показывать. И другое видео, другое дело, когда я снимаю видео как секонд, которое смотрит очень много людей, и как бы я не хотела этого негатива, поэтому я наложила основу тонального крема только для день этого съемки. И сейчас иду смывать максимально скорее, чтобы не было следов косметики и всего лишнего. На вечер планов особо никаких. Может быть, с Борей какой-нибудь фильм посмотрим. Сегодня, кстати, и на зарядку не сходила, и на море не сходила. Все из этой эпопеи с ключами от машины, которые потеряли. Просто они у нас одни, и сделать дубликат стоит 1500 гривен. Там какой-то хитромудрый замок стоит. Поэтому я, конечно же, испугалась утром, как машину завести, но стрессанула. Ну, а потом мы быстренько так наладили себе настроение, занявшись шопингом. Столько всего прикольного купили сегодня, вообще здорово. Я, если что, будет еще, вам потом покажу.